нефть. Сегодня это незаменимый источник энергии. Из-за нее разгораются войны. От нее зависят судьбы целых народов. На нефти держится вся мировая экономика. Во второй половине 19-го столетия значение нефти было еще невелико. Из нефти производили только керосин, который использовался для освещения. Однако потребность в керосине стремительно возрастала. И это толкало коммерсантов в бой за нефтяные источники. России принадлежало одно из богатейших месторождений. Оно располагалось на Апшеронском полуострове, территории бывшего Бакинского ханства. В 1806 году, в страхе перед иранским нашествием, оно добровольно присоединилось к России. Через полвека этот суровый край стал центром небывалой деловой активности. Здесь развернулось острейшее экономическое соперничество. На Руси полезные свойства нефти были известны давно. Еще в X веке торговые люди привозили ее из далекого княжества Тьмутаракань, расположенного на Таманском полуострове и в низовьях реки Кубани. Там нефть выходила на поверхность земли, образуя нефтяные озера. Нефть использовали как лекарство, как боевое зажигательное вещество и как смазочный материал. При Иване Грозном Русь торговала нефтью с Англией. В списках XVI века сохранилась запись о том, что королева Елизавета предложила русскому царю поставлять на Альбион нефть. Первое в России нефтяное производство было организовано в середине 18 столетия. Нефть в районе реки Ухты нашел уроженец Архангелогородской губернии Федор Придунов. Имя этого человека до сих пор не дает покоя историкам. Одни утверждают, что Придунов занимался сбором нефти с поверхности воды. Другие, что он построил первый в России перегонный куб. Именно на это указывает архивная запись о его расходах на уголье. Уголь мог быть использован только для равномерного обогрева нефтеперегонного куба. Этот спор носит принципиальный характер. Если Придунов перерабатывал нефть, день рождения российской нефтеперерабатывающей отрасли следует отодвинуть вглубь истории более чем на столетие. Первый в России нефтяной фонтан в 1866 году получил отставной гвардии полковник Ардалион Новосельцев. Это был человек огромного мужества и огромной энергии. Он прошел Кавказскую войну и после ее окончания занялся нефтяным промыслом. В 1863 году Новосельцев добился права на поиск и добычу нефти на землях кубанского казачьего войска. Силами русских инженеров он пробурил несколько скважин и получил нефтяной фонтан, который дал около 100 тысяч пудов нефти. После смерти Новосельцева его наследие оказалось в руках американских, а затем французских предпринимателей. И они, сочетая высокомерие с профессиональным невежеством, довели нефтяное дело на Кубани до полного расстройства. Во второй половине 19-го столетия взгляды пионеров-нефтяников устремились на Апшерон. В этом далеком краю в былые годы стоило выкопать неглубокий колодец, и он заполнялся черной маслянистой жидкостью. Ее можно было черпать ведрами.
и во многих местах нефть просачивалась на поверхность. Факелы самовозгоревшихся газов привлекали в эти места огни поклонников. Последователи Зороастра сооружали здесь свои храмы. Их развалины можно встретить и сегодня. Впервые промышленное производство керосина развернул на Абшароне знаменитый русский предприниматель Василий Кокарев. Кокарев был человеком редкого ума и редких способностей. Вот представьте себе, человек родился в старообрядческой семье поморского сословия, согласия, и не получил никакого систематического образования. Он выучился читать по церковнославянским книгам. И всю жизнь очень много читал, думал и пробовал. Василий Кокарев был личностью даровитой и хваткой. Благодаря этим качествам он стал крупнейшей фигурой отечественного бизнеса. В 19 лет после смерти отца Василий возглавил семейное дело – солеваренное производство. Соль добывалась методом бурения, и Василий сам проектировал буровые установки. На промышленной выставке в Костроме ему пожал руку цесаревич Александр Николаевич. Наследника престола поразили созданная молодым купцом модель буровой установки и его вдохновенный рассказ об истории соледобычи на Руси. Однако первого крупного успеха Кокарев добился на ином поприще. В 27 лет он написал письмо министру финансов Федору Вронченко. Он предложил переустроить систему торговли вином. Удивленный министр вызвал молодого человека в столицу и предоставил ему в качестве эксперимента Орловскую губернию, которая задолжала казне огромную сумму. Кокарев быстро погасил долг, после чего получил в свое ведение сразу 16 губерний. Огромные деньги, зарабатываемые на торговле вином, Кокарев вкладывал во все перспективные проекты. Одним из таких было производство керосина. В 1859 году Кокарев построил близ Баку завод по переработке кира, пропитанной нефтью земли. Когда в 859 году были получены первые результаты, Кокарев увидел, что это не очень выгодное дело. То есть они получали от общего объема переработанного сырья получали 15% фотогена, так сказать, сырого керосина. Кокарев переоборудовал завод на переработку сырой нефти. И вскоре, чтобы повысить его эффективность, пригласил в Баку приват-доцента химии Петербургского университета Дмитрия Менделеева. Гению российской науки тогда было 29 лет. Он был автором учебного пособия «Органическая химия». За этот выдающийся и своевременный труд его наградили чрезвычайно престижной в те годы Демидовской премией. Менделеев провел на Абшароне 20 дней. Нефтяное дело настолько увлекло ученого, что он посвятил ему значительную часть своей жизни. Одним из первых в мире он заявил о возможности глубокой переработки нефти. В 1863 году Менделеев предложил Кокареву связать трубопроводами места добычи и переработки, завести танкерный флот и построить более мощный завод в районе Нижнего Новгорода. По идее Менделеева, нефтезавод следовало максимально приблизить к потребителю, промышленным предприятиям России. Кокарев в итоге принял лишь одно из предложений ученого. Он предложил Кокареву не рыть колодцы на вновь приобретаемых нефтяных участках, а бурить их. Вот это последнее обстоятельство чрезвычайно заинтересовало Кокарева. Потому что Кокарев уже был с этим знаком еще с тех времен, когда он в своем семейном соляном деле занимался разработкой буровых установок.
По инициативе Кокарева была отменена система нефтяного откупа, которая душила нефтяной бизнес и обогащала тех, кто обладал монопольным правом добычи нефти. Когда систему откупа упразднили, на Апшероне начался деловой бум. Вскоре Россия узнала имена новоиспеченных нефтяных королей. Губонин, Тагиев, Шибаев, Леонозов, Асадулаев, Мухтаров, Гаджинский, Монташев, Гукасов. Однако все они отошли на второй план, когда в нефтяной бизнес вошли петербургские промышленники, братья Людвиг и Роберт Нобели. История знаменитой семьи Нобелей неразрывно связана с Россией. В 1837 году шведский промышленник Эммануил Нобель бежал от кредиторов в Санкт-Петербург. Здесь его технические знания и деловой опыт оказались востребованы. По заказу русского правительства он развернул производство сухопутных и морских мин. Перед Крымской войной Эммануил Нобель заминировал подходы к Кронштадту и Свиаборгу. Благодаря этому английские корабли не смогли подойти к Санкт-Петербургу. За короткий срок шведский промышленник не только полностью расплатился с кредиторами, но и расширил свое дело. Вскоре он стал купцом первой гильдии. Гордостью Эммануила Нобеля были его сыновья – Роберт, Людвиг, Альфред и Эмиль Оскар. В конце 60-х годов глава семьи вместе с младшими сыновьями Альфредом и Эмилем Оскаром вернулись на родину. На заработанные в России деньги они построили нитроглицериновый завод и приступили к производству взрывчатых веществ. Два других сына Нобеля, Людвиг и Роберт, остались в России. В 1862 году Людвиг основал в Санкт-Петербурге механический завод. Нобелям принадлежало преимущественное право в России на производство двигателей внутреннего сгорания. Патент на их изготовление они купили у знаменитого изобретателя этих двигателей – дизеля. Двигатели внутреннего сгорания производились до Первой мировой войны на петербургском заводе Нобелей, который назывался «Людвиг Нобель». Сейчас это завод «Русский дизель». В нефтяной бизнес братья вошли в 1879 году, создав знаменитое товарищество нефтяного производства братьев Нобель, сокращенно БрАНобель. Эта компания стала флагманом российского нефтяного бизнеса. Братья увидели, что выгоднее заниматься не добычей нефти и нефтепродуктов, а их транспортировкой. Фирма БрАНобель впервые в России стала перевозить керосин в наливных судах, создав целую флотилию из морских и речных пароходов, буксиров и барж. Самим Нобелям принадлежал огромный нефтеналивной флот. И вот что интересно, в 1879 году по заказу Нобелей в Стокгольме было построено первое в мире нефтеналивное судно. Оно носило название «Зрастер». Конечно же, не случайно. Потому что это было связано с Апшеронским полуостровом, потому что это было связано с остатками храмов огнепоклонников, которые во множестве в то время были разбросаны на Апшеронском полуострове. Нобели понимали специфику России и восхищались ее многоликостью. Поэтому, строя нефтеналивные суда, они называли их в честь коренных российских народов. Великорос, Малорос, Татарин, Башкир, Калмык.
Нефтепродукты перевозились и по железным дорогам. Для этих целей завод «Людвиг Нобель» строил вагоны-цистерны. На пути от Баку до Санкт-Петербурга фирма соорудила многочисленные резервуары и склады для хранения мазута, керосина и смазочных масел. Вскоре заводы Нобеля стали производить нефтепродукты. Их высокое качество было отмечено высшими наградами международных и всероссийских выставок. Сами Людвиг и Роберт снискали славу выдающихся инженеров, которые постоянно совершенствовали процесс перегонки нефти. Нобелей отличало предупредительное отношение к рабочим. Для их семей строилось благоустроенное жилье, школы, больницы и спортплощадки. А они сами становились пайщиками предприятия. Получить работу у Нобеля считалось огромным везением. Однако вскоре все карты...